И всем добра, дорогие друзья! Сегодня мы будем с вами делать обзор, ну или смотреть видео, или реакция моя на GTA против реальной жизни. Я надеюсь, этот ролик получится эпичным. Ставьте лайки, а мы смотрим. GTA, да? Да, GTA, кстати. Так. Непонятно, что будет. Гранату киньте ему кто-нибудь, продается. 5 секунд, 7, 8. А, сэр, тут я покупал. Ой, какие дела? Тревор Филиппович готовил для вас новый видео, где он унижает людей из реальной жизни. Надеюсь, вы скучали по этой рубрике. Тревор, твой выход. А реальная жизнь даже выйти нормально не смогла. Ладно, попробуем еще раз. Заходите обратно. Да что ж такое, друг, не нервничай. Просто попытайся выйти через дверь, вот как это делает Тревор. Да уж, с выходом проблемы, боюсь представить, что будет дальше. Вообще иногда кажется, что в GTA пинг получше, чем в реальной жизни будет. Реакция людей в реальном мире. Пацаны, я, кажется, нашел Тревора в реальной жизни. Есть удар огнем с мощным взрывом, типа такого. Стоит, не стоит юзать его на краю обрыва. Реклама будет. Причем обновления делают игру еще и трудно внутри игровых активных. Четко прям промотали. В смысле, чё? Мотоцикл. Как он его не сбежал? Кажись, он не хочет ехать в гору, походу он чувствует там как-то но всю вершину. Что это?
понятно, какую срань чувствовал этот байк. Так, это GTA. Так, раз зацепил. Два зацепил. Парковался, родной, ищи. Там за рулем, походу, был вот этот кэп. Запомните, таранить на велосипеде грузовики не лучшая затея. Ну, после такого ты сможешь ездить только на заднем колесе. Блядь, глупо, да, но... Это GTA. Чувак, да не накручивай ты себя, найдешь еще нормальную работу. Ну и по классике полицейская погоня в GTA. Погоня в реальной жизни. Почему так медленно? Почему у меня просто не остановит? Тысячи машин. Так. Взял. И поехали. Рэнди. Как? Как это возможно? Он просто мотор вырвал. Минус мотор. Разбитая машина в GTA. Start, you turd. Разбитая машина в реальной жизни. Нет, как? Как это? Как можно потом ездить, скажите? Это вообще план. Капец. Ну а на этом все, народ. Я надеюсь, мне удалось поднять вам настроение. Да, я тоже думаю, удалось вам поднять настроение. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Кон. Всем до встречи. Всем пока-пока.